Зубчики чеснока легко очистятся, если их поместить на некоторое время в воду, чтобы они полежали. 10 минут у меня лежали зубочки в этой ванной. И вот так легко они теперь выскакивают. Отделяются. Это я даже не надрезала вот здесь. А если надрезать, так они, наверное, сами разденутся в воде. Если вот эти вот надрезать. Вот, пожалуйста. Очень легко. Случайно обнаружила. Замочила. И потом только взяла в руки, они сами у меня повыскакивали. А лук легче будет резать, если при чистке вы оставите вот такой хвостик. Кто об этом знает? Молодцы. Ну а кто не знает, теперь уже знаете. Всем пока. Экономьте свое время.